Накануне 73-летнего дня рождения области Алексей Кокорин побывал в областной клинической больнице имени Красного Креста. Губернатор оценил условия, созданные для оказания современной медицинской помощи детям, а также встретился с врачами учреждения. Алексею Кокорину показали итоги ремонта в отделениях для новорожденных детей и анестезиологии, реанимации. Теперь малыши размещаются в комфортных палатах вместе с мамами. А палаты реанимации оборудованы как в перинатальном центре. Губернатору также показали отделения, в которых давно не было ремонта. Глава Зауралья дал поручение своему заместителю по социальной политике Александру Карпову рассмотреть возможности по включению в региональную инвестиционную программу 2016 года продолжение ремонта больницы имени Красного Креста, а также по приобретению необходимого оборудования. Также в рамках своего рабочего визита Алексей Кокорин поздравил с наступающим днем рождения области врача-анестезиолога-реаниматолога Вадима Комогорова, как представителя молодого поколения, который вносит достойный вклад в развитие Зауралья. В 2014 году он стал победителем регионального конкурса «Лучший врач года» в специальной номинации «Молодость, новаторство, талант». В беседе с губернатором молодой специалист поднял проблемные вопросы, волнующие зауральских врачей. Это и дефицит кадров, и покупка дорогостоящего оборудования, а также поддержка молодых врачей. Губернатор области пообещал проработать прозвучавшие предложения. Очень перспективный молодой человек. Я думаю, что это достойный пример для подражания как раз для всех тех, кто еще раздумывает по выбору дальнейшего своего жизненного пути, что можно достигать хороших успехов в любой сфере, в том числе и в системе здравоохранения. Губернатор не забыл и про представителей старшего поколения. 6 февраля, в день рождения Заурали, 90-летний юбилей отметит Ксения Серафимовна Гаменюк. В теплой домашней обстановке она рассказала Алексею Кокорину о своей жизни, показала памятные фотографии. На них и отец, погибший в сражениях в январе 1945-го, и другие семейные кадры. Губернатор поздравил Ксению Серафимовну с двойным праздником и пожелал здоровья и долгих лет жизни. У Курганской области очень хорошее прошлое, хорошие задатки от наших ветеранов, тружеников тыла, ветеранов войны. И очень много сделано в послевоенные годы. Была заложена очень хорошая база для развития Курганской области. И, конечно, дань уважения нужно отдать нашему более старшему поколению, которые многие годы трудились для развития, для созидания Курганской области. Но при всем при этом у молодого подрастающего поколения очень хорошие перспективы, потому что у нас думающая, работящая молодежь, и они заинтересованы в развитии именно нашей родной Курганской области, нашего родного Зауралья. И эта связь поколений говорит о том, что не только хорошая фундаментная база в прошлом, но и очень хорошие перспективы развития и процветания Курганской области.